Хочу вот одно сказать. Всем здорово, во-первых. Во-вторых, пришел я на чердак к себе. Как бы давно не включал уже здесь компьютер, да? И вот в последнем свете событий, что творится с миром там, под видом, блядь, под каким-то непонятным соусом, чтобы сделать нам лучше, нам подпихивают против нас какие-то вещи, да? Не буду углубляться далеко. Просто я, допустим, включил вот этот старый древний компьютер на чердаке у себя, да? Музычку, думаю, послушаю. Тут бах, мне сразу в браузере выдается. И неважно, Яндекс это, не Яндекс. Какой угодно. Поисковик выдает вот такую вот хрень, да? Значит, либо принять все, либо настроить там что-то можно. Ну, я, конечно, хочу настроить. Я же, блин, не конченый идиот. Я хочу немножко настроить. Я захожу там, а там мне вот так вот показывают, да? Окей, аналитические, маркетинговые. Там я отключаю прочие файлы куки, я отключаю. Блин, а технические? Обеспечивают аутентификацию, да? Аутентификацию. Еще хрен выговоришь. Я парень простой, деревенский, поэтому мне можно. А значит, навигацию, да? Что значит навигацию? То есть, где я нахожусь, вам важно очень, да? И другие важные функции. Для кого, блядь, важные? Вы что, там все опухли, что ли, блин? Их отсутствие может нарушить работу сайтов. Да мне похрен, ну что они там нарушить могут? Вам какая разница? Я хочу поставить вот здесь вот. Вернее, я хочу здесь видеть отсутствие галочки. Но это невозможно. Потому что вы там в корень охерели все уже. Я вообще не хочу каждый раз видеть в своем компьютере вот эти куки ваши файлы. Они меня просто достали. Черти, блядь, адские.